Всем привет! Вы на канале Игры с куклами, и сегодня мы играем в игру, где нам нужно одеваться по теме. Помните, у нас когда-то такая похожая была. И нам сейчас нужно быстро за 4 минуты одеться на тему розовый с красным. Что ж, давайте начнем. Итак, сначала мы берем какие-то... У нас есть $40. Окей, берем, наверное, розовые какие-то... Боже. Волосы. Или красные можно. Это не розовый. Это не считается. А чтобы надеть нам. Так. Это мальчик. Это точно нельзя. А это все равно мальчик. Хотя бы и мальчиком наделись. Ладно, давайте фиолетовые возьмем. Потому что просто нету что. Так. Берем вот такой вот. Вот так вот. И он должен быть... Вот так вот. Все, нормально. Так, теперь берем ему вещи. Вещи. Так, розовые с красным. Вот розовые. И осталось $5. Нам нужно красное что-то найти за $5. Вот, бесплатно. Нет. Нужно что-то нормальное. Идеально. Так, ладно, шутка. Я пошутила. Нужно что-то нормальное найти. Ладно, пусть это будет уже. И быстренько нужно найти какие-то... как он называется? Я уже забыла. Так, в общем, ищем то, что я хотела. Вот. Так. Тут все дорогое, тут нет дешевых. Давайте посмотрим, что тут еще дорогое такое. Точно нету никаких больше. Вот такая вот. Нет, вот это вот. Брать вот это вот. Очень смешно. Нет. Так. Это сильно дорогое. Ладно. А, мне просто нету рта. Вот так вот. Что? Серьезно? А, оно дороже. Ладно, нужно что-то такое смешное, чтобы всем понравиться. Ну ладно, пусть так уже будет. Зато мы сейчас купим себе супер крутую улыбку. Вот такой вот. Ага, у нас есть... Даже мы можем вот такую... Вот такую... Нет. Это мы можем. Вот такой вот можем. Ну ладно. Вот так вот пусть будет. Смотрите, нормально. Давайте посмотрим еще раз. Какие-то нормальные вещи. Возможно, найдем. Вот можно и красные какие-то штаны. Это будет какое-то бешенство. Так, ладно, ищем. Возможно, можно найти вот тут вот такое что-то розовое. Где такое розовое есть? Серьезно? Окей, вот розовое. А тут можно такой красный идти. Ой, так, красный. Тут красный есть. Тут столько красная. А теперь что-то нужно розовый нормально найти. Ладно, еще раз. Ищем. Я даже не знаю, что такое найти. Нет ничего розового. Серьезно? Ничего нету розового. Ну, есть только юбки. У нас нету времени. Берем любую розовую. Вот. Нет, красный нам нужно. Боже, ребята. В общем, вот так пусть будет. О, боже, какой ужас. Что за... Серьезно? Ребята, что за... окей, смотрим. Где она нашла такие красные? Вот мы. Бешенство. Так, давайте посмотрим, за кого нам болеть. Ну, кому дать. Так, ну, по-моему, лучше всего... Это вообще не так.
Вот. Вполне нормально. У нее вот красный, вот розовый. У этой, как я не знаю. У нас вообще круто. Это была шутка. Чтобы вы понимали. И кто же выиграет? Еще никто не знает. Так, мы тоже лысые будем. Нет. Так. И результаты. Смотрим. Выиграли. Кто? Вот, мы за ней, блин, второе место. Первое место вот эта вот девочка. Вот третье место. Ну тут даже один красный, где розовый? Ладно. Так, мы какой? Даже не написано какой. И у нас плюс 20 долларов. Ребята, иди. Конечно, за нас не понимаю, блядь, вы что? Ух ты, конфетти, я хочу конфетти. Нельзя, ну ладно. Freestyle. Я не знаю, что это. Так, окей, сейчас. В общем, я прочитала, и это какой-то зимний спорт, я так и не поняла. В общем, давайте оденемся что-то. Хотела больше прочитать, но я посмотрела, что уже сколько прошло. И сразу начала искать то, что я вижу. Так, ладно, давайте возьмем, не знаю, что тут есть такое зимнее. Вон, черные штаны, идеально. Норм? Норм. Так, вот эти вот берем. Теперь берем какую-то шубу. Я не знаю, просто какой это спорт. Вот, идеально. Нет, не идеально. Ищем что-то другое. Ну, это тоже нормально, но нужно что-то другое. Мне кажется, это же типа спорт. Можно было бы вот это. Если бы это лето было. Ладно, так, давайте еще что-то увидим. Посмотрим. Сейчас так. Кстати, вот этот мне нравится. Давайте выберем что-то другое. Ладно. Давайте выберем что-то такое, например. Вот, где оно? Вот так вот. Норм? Не норм. Вот так вот, все. Идеально. Сейчас нужно сделать еще. Здесь такие мышцы прям, нет? Мускулисты. Где вы? Мы должны быть супер вот таким вот. Супер высокими. Вот таким вот. Вот такими вот. И что это? А, у нас должна быть супер большая голова. Нет, я шучу. Вот такая вот. Все. Мы готовы. Ребят, а как вы думаете, это нормально? Нет, нужно еще что-то какие-то. Вот здесь вот. Шапка. Где тут шапки? Так, подождите, а чё мы... У нас должно быть мальчик. Вот. Вот так вот. Нет, это не подходит. Нормально. И нам нужно супер... Где тут? В чём ходят там эти... Как они? Ну, короче... Вот. Шарфик можно было, но здесь нету. У нас нету денег на шарфик. Так. Давайте еще что-то посмотрим здесь. Ну вот здесь вот тоже нет ничего. Так. Ладно, ищем шапку дальше. Возможно, мы хотя бы... Нет, тут нам бесплатно именно. Вот такая вот классненькая. Ну ладно. Давайте возьмем вот эту вот самую нормальную. Самую обычную и все. Я просто не знаю, как еще одеться. Серьезно? Вот. Где она нашла такие? Что это? А, это что, радуга? Серьезно? Подождите, я не понимаю, что за... Что такое фристайл?
Или как там плести? Так капец. Ладно, ой, так. Выключайся. О, все. Так, и давайте, голосуйте. Я не могу голосовать, потому что я не знаю, что это такое. Как я могу голосовать, если я не знаю, что это? О боже, как же мы отличаемся. Мы такие крутые. Спортивные. И все худые. Высокие мы такие. Так, ладно. Смотрим. И кто же выиграет? Не знаю. Сейчас посмотрим. Точно не я. В этом я просто уверена. Пошли. Иди! Где ты застрял? О, пошел. Так. И выиграли вот эти вот чудики. И что у них? Я не понимаю. Может это типа... Хотя нет. Вероника выиграла. Так. Play around the scene. It. У меня сколько там? $80 получается. Ладно, ребята, на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте смотреть новые видео. Пока-пока. И давайте посмотрим, что сейчас будет за... Outdoor. Не знаю, что это. Пока-пока.